Привет, друзья! В игре появилась возможность собирать грибы в лесу, то есть появился сам лес, вот такие вот грибочки, в данном случае это мухомор, да, растет. Можем собрать, вот еще грибочек маленький, еще, то есть всего на текущий момент в лесу 4 вида грибов, один несъедобный, как я уже показал, мухомор, и ну, остальные 3 вида съедобных, их можно собирать, из них можно что-то готовить, крафтить там, или просто кушать. Вот. Да, кое-что нужно доделать, но в целом система работает сейчас, на данный момент. Сам лес имеет настройки. То есть мы можем задать типы грибов, которые будут спавниться. Вот 4 вида грибов. Мы можем указать радиус, в котором будут спавниться грибы, да? Ну, в лесу. Показывать этот радиус в редакторе или не показывать. Дальше. Максимальное количество грибов, которые может быть заспавлено в лесу. Да? Это вот частота спавна 10 секунд. Это время, через которое идет проверка на то, что имеется, ну, достаточно ли грибов, ну, создано. То есть, если создано, скажем, 10 грибов из 12, да, то через 30 секунд начнется вот этот отчет времени 60 секунд, return timer, да, который через 60 секунд вновь создаст недостающие грибы. Вот, вот это максимальные значения, которые могут быть по данным типам грибов, то есть... 2 мухомора, может быть, 3 крыжевика, 4 балетовых гриба и 3 рядовика. Вот. И, соответственно, 12 в сумме. Вот. Ну, соответственно, эти значения должны равняться максимальному значению, потому что если мы поставим максимальное значение выше, в любом случае будет спавниться столько, ну, грибов, сколько вот здесь указано. Можно, в принципе, вообще, наверное, максимальное значение убрать, но я не знаю пока. Пока что я оставил, в общем. Что еще? То есть у меня в игре будет сад также, такой, ну, тоже альтернатива такая лесу, но тут будут не грибы, конечно же, а различные культуры, там лук, там морковка и так далее. Вот, и их тоже можно будет собирать, из них тоже можно будет готовить. Ну, и как NPC будет собирать, так и персонаж сможет из этого что-то крафтить. Все грибы располагаются в инвентарь, тоже имеет свое описание. Да, иконки имеют. Вот. Из них можно. То есть они располагаются в разделе крафта. Из них можно будет крафтить.